Какого у меня на рабочем столе два Майнкрафта? И всем хай, с вами мистер Электрон. Сегодня я запишу для вас видео, как скопировать два Майнкрафта между собой. Ну, как клонировать, в общем. Вот это самое новое, это 1.1.5. Вот, они все работают. Честно, работают они. Вот, если бы это не работало, я бы вам бы это бы не подсовывал. Логично. Для этого нам понадобится программка АПП-клонер. Вот, нажимаем АППКС, нажимаем на плюсик. Да, вам надо будет скачать Майнкрафт. Да, Майнкрафт, ссылочку тоже оставлю под этим видео на сайт с Майнкрафтом. Там вы уже сами выбираете, какой вам нужен Майнкрафт. То на программку я вам оставлю. Вот я выбираю Майнкрафт, и он пишет, типа, чувак, йоу, типа, ты уже клонировал все, как бы. Да, я уже клонировал, нажимаем на Майнкрафт, и тут, как бы... Вот, здесь еще можно, вот, например, вот флипкон. Это что это, вот это вот флипкон? Ну-ка. У меня, короче, я клонировал два Майнкрафта как бы в зеркальном отражении. Вот видите, вот как бы вот в зеркальном оно. Ну да и ладно, мне все равно как бы это не надо. Вот тут вы сами все. Так, вот тут можете вы изменить цвет. Вот, например, вот такой вот ему какой-нибудь там сделать картинку цвет. Такой вот сделать под черно-белый. Вот такой там, вот так вот поконтрастней. Вот, потом вот это вот. Это надпись вы на нем можете сделать, там, например. М, К, Н, Е. А, только три. Ну, М, К. Или, вот, ну-ка. Ну, просто, да. ММД. Вот. Отмена тоже. Вот. Это вот я не помню, но это вроде бы можно самому поставить картинку. Вот. И все. Нажимаете потом на галочку. Как бы все окей, окей. Но это я не буду делать. Не буду делать. Все, потом у вас просто он клонируется. И вы нажимаете install. Давайте я вам покажу. Так, вот загрузка этого приложения, оно без вирусов, ссылочка будет в описании. Вот вам вот где-то вот тут вот тоже вот будет вот так же, вы нажимаете на три вот этих вот. И вот install, вот видите, вот тут кнопка. Вот install, и все, и у вас оно устанавливается. Как бы все легко и просто. Можно сделать вот так вот за 5 секунд, склонировать два Майнкрафта. Не надо там через компьютер менять файлы, там вот это вот все. Ну ладно, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте очень много лайков. Всем пока, 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 пока. Кстати, где-то сейчас вылезет на экране, где-то сверху вылезет этот, как его называют, опросик. Снять ли мне видео, как сделать интро и аутро. Вы видели в моем ролике, там аутро в конце, вот. Сделать мне это или нет, вот там вот будет два варианта, да или нет, вот. Выбирайте, вот где-то оно сейчас сверху появится. Скорее!